великолепным подарком венценосной бабушке своему любимому внуку, великому князю Александру Павловичу, будущему российскому императору Александру I, на свадьбу с принцессой Луизой Баденской. Но, по иронии судьбы, Александр I мало уделял внимания этому дворцу, предпочитая более роскошный и торжественный большой Царскосельский дворец. По-настоящему семейным домом Александровский дворец стал для младшего брата императора, для великого князя Николая Павловича, будущего российского самодержца Николая I. В половине 19 столетия в качестве летней резиденции для себя выбрал дворец наследник российского престола великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, и его супруга Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара. Находимся в просторном и светлом зале библиотеки, которая появляется здесь при Николае I. К началу 20 века в библиотеке насчитывается уже свыше 20 тысяч книг на разных европейских языках. Книги по истории, философии, духовная литература, а также всевозможные точные и естественные науки и огромный фонд художественной европейской и русской литературы. Все представители дома Романовых очень любили читать и превосходно знали несколько иностранных языков. Например, последний российский император Николай II блестяще знал английский, французский, немецкий языки, а также датский язык, родной язык его матери. Книжное собрание в музее сейчас более скромное. В этих шкафах находится примерно 5000 книг 18, 19 и начала 20 столетий. Книги, конечно же, подлинные, принадлежали российским императорам и другим представителям династии Романовых. А вот шкафы были привезены сюда из зданий Сената и Синода в Петербурге, шкафы середины 19 столетия. Частично в этих интерьерах сохранилось убранство времен архитектора Кваренки. Это отделка стен особым материалом, стюком, разновидностью искусственного мрамора, которая вручную шлифуется до зеркального блеска. Несмотря на множественные реставрации, во многом убранство этих интерьеров сохранилось еще с конца 18 столетия. Зал малой библиотеки редко используется в качестве столовой для завтраков. Согласно нормам, если в дворце не было приема для ваших гостей, то здесь накрывались три круглых стола, каждый из них был рассчитан на 10 персон. В годы Первой мировой войны Николай II здесь принимал георгиевских кавалеров. Пышные гирлянды над карнизом
за которым спрятано множество маленьких лампочек, электричества и другие доступные на тот момент блага цивилизации. Если маленький мальчик получал обычный синяк или царапину, у него могли начаться невыносимые боли и длительные кровотечения. Чтобы избежать трагедии, царица велела постелить во всех покоях Александровского дворца толстые шерстяные ковры. Под нами находится ковер, на котором было использовано 400 килограммов редкой новозеландской шерсти. Ковры сшивные. Если какая-то часть ковра изнашивалась, то ее легко можно было отпороть и вставить новый кусочек. Фотография любимой бабушки, королевы Виктории, и портрет отца, великого герцога Гессенского Людвига IV. Фирмы Бекер начала 20-го столетия, только он не родной для этого интерьера. Находятся кресла из комнаты наследника Алексея и кукольный театр французской фирмы «Виньоль». Подарок президента Франции. Здесь... Это отделка верхней части стен, окон, дверей и потолка панелями из темного маленого дуба. Наверху находится родная для этого интерьера люстра, русской работы, выполненная в византийском стиле. К сожалению, убранство рабочего кабинета не сохранилось до нашего времени. Все, что сегодня мы видим, это исключительно работа реставраторов и музейных сотрудников. Согласно архивным документам, убранство интерьера было выполнено из древесины темного ореха, а стены имели темно-красный винный оттенок. Ближе к камину находился массивный Г-образный письменный стол, выполненный из массива древесины ореха. Эти экзотические сувениры нашли достойное место в не менее экзотичном убранстве Мавританской бассейной.
Трудно представить, что еще несколько лет назад здесь абсолютно ничего не было. Лишь голые стены, беленый потолок и старый паркет советского времени. Когда реставраторы стали вскрывать паркеты послевоенной поры, то, к своему удивлению, они обнаружили сохранившуюся бассейну чашу, в которой было свалено огромное количество осколков плитки, которая раньше украшала стены этого интерьера. Эта уникальная находка помогла в кратчайшие сроки воссоздать столь сложный и многоплановый интерьер. В отдалении находится дверь, ведущая в уборную и душевую императора. Император в этом кабинете принимал министров, дипломатов, проводил переговоры и совещания. Александра Федоровна присутствовала на них, невидимая и неслышимая, сидя на диванчике антресоли. И она внимательно наблюдала за всем, что происходило здесь, в кабинете ее супруга. И она была в курсе всех событий, которые происходили в Европе и в России в то время. На антресоль со стороны кабинета ведет небольшая деревянная лестница. Здесь какие-то шлюзы даже. Thank you.
Thank you.